Что-нибудь еще? Нет. Только твое имя. Лилиан. Лилиан, садись. Мне надо идти. Ладно, Лилиан. Могу я вам помочь, мисс? Я шериф. Не видно, что вы шериф. На вас нет униформы. Тогда сидите здесь, сколько влезет. Может, другой шериф вам поможет. Этот тип, Блэквей, он меня преследует, выслеживает. Куда бы я ни поехала, в супермаркет или на заправку. Он напал на меня. Нужно кое-что сделать прямо сейчас. Ты ведь знаешь, кто такой Блэквей, верно? Он сумасшедший и не дружит с головой. Держит в страхе весь город. Наркотики, оружие и все самое тяжкое. Я заплачу всем, кто хочет помочь его наказать, и компенсирую похороны. Не стоит винить отца, который хватил лишку, похоронив свою дочь. Ты просто плохой отец. Я сделаю это. Я с ним. Все, что произойдет там, за рамками моей юрисдикции. Это моя борьба. Теперь уже наша общая. Тебе лучше не ехать с нами, но если поедешь, обратной дороги нет. Что это? Карнизы. Карнизы в лесу? А ты сомневался? Никакого оружия. Любишь в рукопашную? Думаешь, так и легко? Голыми руками. Пристегните ремни, мы едем. Где Блэквей? Где он? Где ключи? Я убью тебя! Я давно тебя поджидаю! Блэквей зашел слишком далеко. Мы его предупредили. Хочешь убить его? Могила — лучшее лекарство. Тогда жми на газ. Вперед!